Мерикур предупредил ассасинов, но отправилась воевать с орденом одна. Догоните ее. Америку. Она где-то рядом. Нет! Скорей! Нет! Скорее! Отлично. Я узнала, где она. Выпотрошу, как и всякого предателя! Застали меня, когда я пыталась скрыться. Теперь они будут нас ждать. Придется действовать быстро. Я выслеживала эту братью больше месяца. Они крадут провиант по всей округе. Люди говорят, что торговцы просто задирают цены, но это не так. Я говорила в национальном собрании, что дело нечисто, но мне не поверили. Хотят зафиксировать цены и только. Но я узнала, что за всем этим стоит некая мадам Флавинье. Якобы модистка. Привет, держит лавку у рынка. Но она не модистка. Теперь на улице стало гораздо спокойнее. Одной мне со всеми ее людьми не управиться. Так, кого благ... Ага!
должна доставить хлеб голодающим. Лавинди и ее сброд в здании рынка. Удачи. Ну-ну, теперь на улицах стало спокойнее. У фанатиков новый мученик. Отлично. Как ты поживаешь? Похоже, Флавиньи еще нет. Я бы сперва проучила ее дружков. Готово. Пора уходить. Хорошо. Мерикур доставит еду по назначению.